Милые дамы, мы искренне поздравляем вас с Международным женским днем. И в преддверии этого светлого праздника хотим подарить самое дорогое, что у нас есть. Канал Максимадзе. Здравствуйте! Сегодня я и решил, помимо модов, еще порассуждать вот в этой игре под названием Will You Press the Button или... Или будете ли вы нажимать кнопка? Хорошо. И первый вопрос на сегодня. Ваш папа излечивается от рака, но ваша мама умирает мгновенно после этого. Во-первых, мой папа раком не болеет. А во-вторых... Не знаю. Тут... Ну, я нажму «нет», потому что мой папа раком не болеет. О, 92% аж сказали «нет». Ну, ничего себе. Не сталкиваться лучше вообще с таким выбором никогда. Пусть... Да, лучше пытаться излечивать его от рака другими способами, а не вот такими вот. Идем дальше. «Пусть зомби правят миром». А нахрена нам это надо? Но у вас нет патронов, чтобы убить их. Ты единственный, кто остался в живых вместе с потерянным другом. Интересно, а нафига мне надо, чтобы зомби правили миром? Нет. Кто захочет этого? Вот именно, никто такого не захочет. У вас больше никогда не будет домашних заданий. Но вы всегда будете получать С в каждом задании. Чего? Это типа 3. В каждом задании вы будете получать... С это типа тройка в... У них там, в Америке. Ну, знаете... Я, в принципе, согласен. Хотя... Ну, мне, в принципе... конечно, если по одни тройки, ну, школу закончить можно, но вот 10 класс не возьмут. Хотя, с другой стороны, может быть, это даже и хорошо. Ну, в четверки все-таки надо бы тоже, да и пятерок было бы нежелательно. А то иногда бывает, что даже факультет ни в какой не возьмут. Так что тут спорно, тут очень спорно. Вы получаете суперсилу. Но сила в том, чтобы иметь возможность отращивать бороду всякий раз, когда вы бреетесь. Нет, это мне не подходит. Не подходит. Ну и для 60% человек это тоже не подходит. Оказывается. Все, что возможно хорошо, случится с вами. Все возможное хорошее имеется в виду, случится с нами. Но земля будет уничтожена заразой, и вы последний выживший человек. То есть это что получается? У нас будет все хорошо, мы будем хорошо жить, но тем не менее все сдохнут, а я останусь один. Ничего хорошего это совершенно не означает. Нет, я не согласен, я не буду. Тут пишут, собственно, я женился, имею детей, мой бизнес и так далее. В общем, да, согласен с этим человеком, ничего ведь этого не будет. Вы правите миром и обладаете магией, и теперь можете делать все, что захотите, что возможно, реалистично или нет. Но вы больше не можете пользоваться интернетом, телевидением, хотя у вас есть вся эта сила, но вы недостаточно сильны, чтобы изменить это правило. Я думаю, интернет – это вся моя... Канал Максимадзе – это тоже интернет. Вся жизнь моя практически связана с ним, поэтому нет. Хотя, смотрите-ка. 68% все-таки сказали да. Вы можете быть с мужчиной или женщиной своей мечты. В моем случае с женщиной.
В моем случае с девчонкой даже будет правильнее. Но вы больше не можете видеть свою семью или друзей. Нет, 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 нет. С семьей, друзьями, особенно с семьей. Семья это самое ценное, что есть у человека. Поэтому по-любому нет. Вы получаете все компьютерное оборудование и программное обеспечение, которое вы хотите, бесплатно на всю оставшуюся жизнь. Но у вас должна быть установлена последняя и, скорее всего, непопулярная операционная система Microsoft. Последняя, непопулярная, ну, непопулярная, малоэффективная, разве что. Но вот программное обеспечение, которое вот я хочу, имеется в виду, значит, я могу мощное там всякое, которое мне позволяет в игры играть, ролики классно записывать. Поэтому я соглашаюсь. В принципе, это неплохо. Если не популярный, я могу ее программно обеспечить, как я захочу, не так ли? Так. Вы можете использовать суперсилу, чтобы спасти мир за один день. Но вы совершаете ошибку и теряете способность общаться с помощью слов на следующий день, когда вам придется защищаться в суде. Я спасаю мир, и меня за это осуждают. Нет. Что это за дурацкая вообще ерунда-то? Не буду я спасать мир, если меня за это благодарить не будут. Я уж особенно осуждать. Нет никаких положительных или отрицательных эффектов от нажатия этой кнопки. Но вы знаете, что хотите. Я имею в виду, вы не можете не нажать на нее сейчас, когда вы здесь. Все наблюдают за вами и ждут, чтобы увидеть, какой вы человек. Чтобы увидеть, являетесь ли вы кнопкой, нажимающей вверх или вниз, наверное. Наверное, без кнопки сжатия. Добрый, вся ваша жизнь светилась к этому моменту. Это то, чему вы готовились. Вот как она начинается и как она заканчивается. И так она заканчивается. Выбор, который вы делаете здесь, решает судьбу вселенной. Но вы знаете все. Но вы знаете, что вам не нужно нажимать на него. Но вы должны. Сделайте это. Ну, раз уж ни отрицательных, ни положительных эффектов от этой кнопки нет. Но я люблю, когда кнопочка щелкает. Пдыщ, поэтому я ее нажму. То какой-то бредовый вопрос на самом деле. Вы можете рисовать вещи именно так, как они выглядят в вашем воображении. Но вы никогда не сможете зарабатывать на этом деньги. Ну, а зачем? А почему деньги обязательно мне нужны? И можно просто так выкладывать в интернет благодарности, там положительные отзывы получать. Не хорошее умение, я согласен. Для себя тоже могу рисовать иногда, полезно бывает. Каждый в интернете имеет безупречную грамматику, орфографию и т.д. Но вы единственное исключение. Нет. Нет. К сожалению, много людей с ошибками пишут. Но, в принципе, это и так понятно. А я буду лучше стараться без ошибок писать. А если ошиблюсь, ничего страшного. Почти. Вы можете посмотреть специальное мероприятие, посвященное 50-летию доктора Кто в кратчайшие сроки. Но шоу будет отменено без надежды на... без надежды на возрождение. А как я его тогда посмотрю, если оно будет отменено? Чё за дурацкий вопрос? Да и к тому же, не интересен мне этот доктор Кто. Шутка, короче, блин. Вы делаете лучшую песню из существующих, но песня сделана Джастином Бибером, и вы в конечном итоге теряете рассудок. Пошли нафиг, нет. Нет. Нет, нет, нет. Нафига мне это надо? Зачем мне еще терять рассудок? Нафига? Мне рассудок нужен. Вы способны манипулировать разумом каждого, кого видите. Но все, на кого вы смотрите, кажутся голыми. Капец какой-то. Вот эта функция именно всегда работает, что я всегда смотрю, и они кажутся голыми. Или только позже. Или только когда я включаю вот эту вот способность.
Я думаю, не надо. Я думаю, не надо, хотя 72% все-таки согласны. Но если бы тут прям четко бы сказали, что это, что вот это вот было бы, только если бы вот эту способность я бы активизировал, я бы нажал бы все-таки на кнопку. Вы можете изменить любую вещь в своей жизни, но вы можете сделать это только один раз, и это займет 5 лет вашей жизни. Ну, если это какая-то очень важная такая вещь, то, в принципе, почему бы и нет? Что плохого в этом? Я не вижу в этом ничего плохого, в принципе. Вы становитесь великим астрономом и решаете каждый научный вопрос в истории. Но каждый раз, когда вы обыгрываете видеоигру, протагонист придет и задушит вас. Пошли нафиг, нет. Да и к тому же, я не стремлюсь стать великим астрономом. Зачем протагонист должен задушивать меня? Пошли вы нафиг, нафига. Electronic Arts начнет делать игры better, которые понравятся всем. Игры, которые, короче, понравятся всем. Но они не будут переделывать или продолжать любую предыдущую игру, которую они публиковали или сделали. Но продолжать, вот если вторую часть этой игры не будут делать, то это, может быть, будет плохо. А если переделывать, то тут пофигу, разве что если обновлять, баги там всякие исправлять. Ну пускай будет, да. Ну и, в принципе, 65% тоже согласны. Вы получаете предложение по требованию любой пищи, которую вы хотите в любое время. Но все списывается на банковский счет одного из 10 случайных богатых парней. То есть получает, то есть это как получается? Так, вы получаете предложение по требованию любой пищи. Но все списывается на банковский счет. Вот в принципе, вот если, вот типа я плачу за еду, но деньги уходят одному из 10 богатых парней. Ну и что, я не буду сильно виноват, что вон на богатого этого осуждаете, он себе деньги все скоммуниздил, можно сказать. Ну и вообще, ничего плохого в этом, в принципе, нет, с точки зрения потребителя вот этого вот дела. Пущай. Пущай, почему бы нет? Так, что-то. Все, прогрузилось. Ну да, аж 84%. Я не вижу здесь недостатков. Ну и я тоже не вижу. Вы получаете огромное богатство и власть. Но вы отказываетесь от своего единственного и величайшего желания на неопределенный срок. Ну, на самом-то деле, вы отказываетесь от своего единственного величайшего желания на неопределенный срок. А если определенный какой-то? Определенный именно. Можно? Если можно, то я нажму эту кнопку, да. Вы никогда не будете голодны, но у вас будет диарея все время. Не-не-не-не-не. Голодным быть хорошо. Голодным быть хорошо, потому что тянет на еду. А еду есть полезно и вкусно. Вот. Вот этот чувак говорит: ну нет, я люблю еду. Вы можете коммуниковать с любыми животными. Но нет людей, кроме вас. Типа, то есть ни одного. Я буду единственным человеком. И я буду общаться с животными. То есть тут ими. Да, переводчик коряво переведено, но несмотря на это, я понял смысл. То есть, я могу общаться с животными, но типа не могу общаться с людьми, или их нет вообще. Нет, с людьми общаться лучше. А вот это вот общение с собаками, и с кошками, я им просто говорю, они молчат. Ну и пофигу, мне нам и так-то, нам и такого общения хватает. Нормально. Вы можете путешествовать во времени. Но каждый раз, когда вы это делаете, есть шанс, что вы сойдете с ума в первый раз,
когда вы делаете это, шанс составляет 1%, второй 2%, третий 4, четвертый 8 и так далее. То есть пятый это 6. Нет, не 6. Ой, какой 6? 16. Ну, не надо. Не надо сходить с ума, я думаю, не надо. Вы становитесь правителем далекой фантазийной страны. Но вы должны жениться на своем брате и иметь 3 детей вместе. Я что, гей, что ли? Нет, даже не просто гей. Я должен жениться на своем брате. Это как вообще? Я не знаю, как это назвать. Нет, 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 нет. Я даже не собираюсь обсуждать эту тему, нет. Теперь вы величайшие гитаристы в мире. Но вы никогда не сможете принимать наркотики и иметь детей. Принимать наркотики я никогда и не собирался. Ну и иметь детей-то я тоже, кстати, не планирую. С детьми не обижайтесь, конечно, но нянчиться с детьми это тот труд еще. Я это не выдержу, поэтому я согласен. Я согласен абсолютно. Наконец-то будете лучше, чем тот человек, которого вы знаете во всем. Но вы должны признать, что естественно они родились более талантливыми, чем вы, и что единственная причина, по которой вы стали лучше, заключалась в том, что вы нажали на кнопку. То есть получается, что я становлюсь лучше, чем человек, который все знает. Но я должен ему типа признаться, что я стал лучше него, и стал я лучше него не потому, что я учился там что-то делал, а потому что нажал на кнопку. Ну, у него. Какая у него реакция-то будет? Мне даже сложно представить себе. Я думаю, не надо. Хотя, в принципе, можно было нажать да. Если бы я стал умнее, чем самая лучшая ученица в классе, то, в принципе, можно было и нажать на кнопку. Почему бы и нет? Вы получаете 3 желания. Но одна из них должна привести к гибели... Нет, 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 нет. Ничего не говорим про гибель. 55% согласны. Жизни людей их не так сильно волнует, походу. Блин, как-то матерно это слово немного звучит. Превращаться во что угодно. У нас есть способность превращаться во все что угодно, я так понимаю. Но человечество ненавидит вас и постоянно хочет, чтобы вы умерли. Не-не-не, лучше быть человеком и чтобы тебя любили. 50 на 50. Что, серьезно, что ли? У вас нет боли, когда вы хотите. Вообще-то я никогда не хочу боли, если вы не в курсе. Но все ваше тело находится в гипсе и не может двигаться всю оставшуюся жизнь. То есть это что получается? Я даже не смогу ходить, не могу поворачивать голову, не могу двигать руками. Не, пусть лучше иногда чувствовать боль, чем вообще просто как кукла лежать и ничего не делать. Нет, это бред какой-то вообще. Бред. Бред абсолютно. Вы можете временно взять на себя тело любого человека на Земле, и вы можете вернуть в себя, когда бы вы никогда не стали собой. Не понял. Вы можете временно взять на себя тело любого человека на Земле, и вы можете вернуться в себя. Можете снова стать собой. То есть мы можем когда угодно становиться собой. Но они умирают через 5 минут после того, как вы покидаете их тело. То есть тот, в кого я превратился, умирает после того, как я становлюсь самим собой. Ну тут вообще, если это способность по желанию, то нажму я на кнопку, потому что можно таким способом отомстить некоторым гадам. Вы получаете
нейроактивный лечебный фактор росомахи и увеличенную продолжительность жизни. Но вы будете страдать от сильной боли, когда они зашнуривают ваши кости металлом и проводят эксперименты над вами, прежде чем вы сбежите. Нет, вот таких экспериментов надо мной точно не надо. Нет. Серьезно? 56% согласны? Вы бессмертны и превратились в совершенного себя. То есть я стал сверхчеловеком. Но вы должны убить кого-то. Может быть, кто угодно. Преступник или какой-то человек, которого вы ненавидите. Ваши друзья и семья. Ну, друзья и семьи — это исключение сразу. Я не сужу, я просто делаю вещи, чтобы разместить их в интернете. Раз в месяц сделать его кровавым. То есть, я становлюсь бессмертным и становлюсь сверхчеловеком. Но я должен убить кого-нибудь. И тут даже говорится, кто угодно. То есть мне дают возможность, можно сказать, отомстить кому-нибудь, кто меня обижал. Я согласен, в принципе. Но вот ваши друзья и семья, это сразу отбрасываем. Нет. Отбрасываем. Я не могу их ни в коем случае. Вы можете жить в мире с мутантами, как в людях X. И выбирать свои собственные силы. Я не знаю, что такое люди X, во-первых. Но когда вы получите травму, будете испытывать в два раза больше боли. Ну, знаете, зачем мне... Во-первых, я не знаю, что такое люди X. Поэтому нет. Тут даже порассуждать не получится. Хотя 67% все-таки согласны. Вы становитесь миллионером в 60 лет. Но вы сломлены, пока вам не исполнится 60 лет. Нет, я не хочу быть сломленным, не надо. Лучше быть обычным человеком, чем быть сломленным до 60 лет. У вас рентгеновское зрение, но вы не можете отключить его. Не-не-не, лучше обычное зрение, нахрена нам рентгеновское? Зачем я должен кости чьи-то разглядывать? Неужели меня это прям сильно волнует? Врачи пусть разглядывают. Мне это зачем? Вы станете миллионером, но вы получите один шокирующий прыжок один раз в день. Спорно, очень спорно, потому что тут, если этот шокирующий прыжок безопасен, то можно и нажать «да». Давайте нажмем это. А если опасный, то тогда тут надо нажимать «я не буду». Вы можете иметь каждую игру в Steam, когда выходит новый. Но вы можете играть каждую игру только в течение недели. То есть пройдет неделя, и я больше никогда не смогу в нее играть. Не-не-не, я буду лучше зарабатывать деньги, да покупать игры и играть в них сколько захочу. Нет. Так, вы необъяснимым образом приобретаете способность свободно говорить на любом иностранном языке. Но вы забудете, как говорить на родном языке, и вам придется изучать его с нуля. Угу. Нет. Родной язык для меня самый важный язык, который только может быть. Конечно, нет. Вы можете жить и путешествовать в любые вселенные фильмов, видеоигр, комиксов, которые вы хотите, и стать бессмертным и умереть, когда захотите. Умирать я не хочу никогда. Ну вот... Путешествовать в любые вселенные фильмов — это довольно-таки интересно. Если я там становлюсь кем угодно. Но вы больше не можете вернуться к реальной жизни и не можете общаться с кем-либо, кого вы когда-либо знали до вашего первого путешествия. Я думаю, нет. Для меня, как я уже сказал, семья важнее всего будет из реального мира. Но, впрочем... Тут спорно, смотря предпочтение. Если есть какой-нибудь мультик там, которым человек мечтает жить, и, в принципе, не против попрощаться со своей реальной семьей, то, может быть, ему будет это выгодно. Ну, естественно, это возможно только в мечтах, к сожалению. Вы можете нажать на кнопку, но вы не знаете, что произойдет. Знаете, давайте не рискнем. Не будем рисковать, хотя 72% все-таки нажали. Так, давайте еще парочку вопросов, да закончим на этом. Вы способны призвать любого известного исторического деятеля, чтобы помочь вам в любой задаче.
Но они будут удалены из своего периода времени, изменяя историю. Да не, я сам, пожалуй, с задачей справлюсь, не надо. Станьте великим в любой компьютерной онлайн-игре. Но все будут думать, что вы взломали, обманули, и не будут говорить ужасные вещи. Пошли нафиг! Совсем что ли сдурели, про мою мать говорить. Ну хорошо, давайте еще парочку, пусть так и быть. Вы получаете 800 тысяч долларов, но вы никогда больше не сможете мыть волосы и не можете носить что-либо на голове. Нет. Грязная голова — это плохо, нет. Вы можете летать, но вы постоянно чувствуете, что носите мокрые носки. Если я чувствую, что у меня мокрые носки только во время полета, то тут я согласен. Но если... А если постоянно, то... Не знаю даже, да или нет. Фух, ладно, давайте на этом закончим. Такой вот. Мы еще как-нибудь обязательно снимем. Тут вопросов очень много. Я не помню ни одного вопроса, который в предыдущем выпуске был. То есть повторений еще не было. Ну а на сегодня закончим. С вас и господь подписывайтесь за меня, эпичные видосы, девушки, девчонки, бабушки, женщины и так далее. Всех вас с праздником еще раз. С вас и господь подписывайтесь за меня, эпичные видосы, подписывайтесь на мой стримский канал, вступайте в группу ВКонтакте и всем пока. С вами был Максим Мадзе.